Буду блокировать. Тогда мама пошла, так мне говорят, что это чистое, что это не чистое русское. Я пошла в папу, у меня папа такой светлый, зеленоглазый. Мама у меня темная. Привет. Собираюсь идти в магаз, чтобы взять хлеб. Такая типа порноактриса это. Я тоже сначала не знала. Мне вот заходят, знаете, и пишут на трансляцию: ты похожа на актрису. Я говорю, ну на какую? Вот эту Тиффани Татум. Я сначала, ну, думала, что это реально актриса. Потом зашла, загуглила. Такая, думаю, спасибо. You are so beautiful. Спасибо. Спасибо, спасибо. Нет, я не актриса. Сегодня познакомимся. Вот мне даже просто в личные сообщения мне пишут про это. Не привет, не пока, ты похожа на эту актрису. Я потом загуглила, я думаю, нихера себе. Да. 20 лет совсем не похоже. А насколько похоже на 28? Лет 15. А. Ну, спасибо. Ты мне написали, что на 28 похоже. 32. На 16 по разговору. Представь, что будет в 30. На 16. На Дашу Корейку. Да, я Даша Корейка. На какую актрису? Вот мальчикам стало резко интересно. На какую? А, это девочка. Тиффани Татум какая-то. Тян. Вот. На французскую актрису. Уже отросли. Привет, хорошо у вас, как дела? Здорово. Походу, новый маник надо, да, уже отросло. Тоже хочу френч сделать. Я 301 лайк поставила, спасибо. Пу-пу-пу-пу. Вот это Шлякенбаум. Сейчас... Вы специально это делаете, да? Прими запрос гостевой. Зачем? Я заблокирую все, кто будет писать мне такие плохие слова. Привет, откуда ты? Я в полударе сейчас. А когда не Тиффани Татум? Татум, как ее произносится? В каком городе? Я в Павлодаре. Даже. Сама откуда? С Алматы. Ты к Дианке Диме на прямой эфир заходил. Вот, мы тогда разговаривали. Привет. Тейтум написано. Спасибо, Виктория. Хлопец заблокировать. Привет. Как дела, кроссовка? Каблук хорошо, у тебя как дела? Привет.
хорошо вела вас как гейм-овер. Привет. Точно. Что делать собираешься? Сейчас я оденусь, пойду в магазин, да, на встречу принимаю. Я не принимаю гостевые эфиры. А как ты к каблукам относишься, к парням? Ну, мне с ними неинтересно. Ну, вот, не знаю, мне с ними неинтересно. Ну, просто идти на уступки — это одно, я считаю. А вот каблук — это совсем другое. Ты в отношениях? Нет, не в отношениях. Откуда ты, кроссовка? Каблук. Я с Казахстана, ты откуда? Давай суши попробуем. Не, неохота суши. Неохота.